Здравствуйте, друзья! С вами Лего Стайл. В сегодняшнем выпуске рубрики рассказов о наборах Бионикл специального издания мы поговорим о Карзане, одном из самых редких наборов серии. Не будем затягивать, поехали! Сначала поговорим о самых важных вещах. Первое. Наверняка вы слышали, что персонажа называют и Карзахни, и Карзани. Большая путаница с именами в Бионикл существует до сих пор. В итоге кто-то произносит «Ха» в имени этого Бионикла, а кто-то нет. Я отношу себя к предпочитающим говорить именно Карзани. Второе. Почему набор является одним из самых дорогих? Потому что, как правило, цена за некомплект начинается от 10 тысяч рублей на eBay, а на Авито этот набор почти что невозможно найти. Но если его и выкладывают, то выкладывают гораздо дешевле. Недавно кто-то как раз забрал Карзани за 4700 рублей. Те, кто мониторит Авито, явно в курсе. Псс, это был не я. Третье. Почему персонаж так странно выглядит? Ведь самый известный образ Карзани именно тот, который сейчас у вас на экранах. Он совсем не похож на то, что мы можем наблюдать в наборе. Тут все очень просто. На Карзани подействовали мутагенные воды ямы, и он мутировал точно так же, как и многие другие действующие лица 2007 года. Набор содержит в себе 373 детали, среднее количество для титанов. Комплектовался сет его величеством Карзани, ловушкой и двумя моторанами – Сардой и Идрис. Та моторан Сарда легок в сборке. Вы и сами можете собрать его для коллекции, если располагаете хорошей детальной базой. Билд маринуевских моторанов нравится мне больше всего. Он в меру сложен и при этом не выглядит убого. Особенно сильно видна деградация фантоковских и последующих импульсов по сравнению с моторанами 2007 года. Вооружен Сарда электроклинком и измельчающими когтями. Из-за того, что Таматоран находился в водах ямы после того, как его воздушный пузырь закончился, Сарда стал вододышащим. Позже Матануи использовал Игнику и дал возможность Сарде снова дышать воздухом. Негативные аспекты его мутации были обращены вспять. Сарда известен своей отвагой, что продемонстрировано, когда он и Идрис устроили ловушку для Карзани. Моторан также доказал свое благородство, когда подарил Идрис единственное устройство, которое позволяло дышащему водой существу перемещаться по суше. Гамма-таранка Идрис. Вот она уже представляет куда больше интерес, ибо имеет руру в темно-синем цвете, выпускавшуюся только в этом наборе. Вооружена Идрис тем же, что и Сарда. Карзани перестроил Идрис в более слабую форму, хотя воздействие мутагена ямы отменило эти изменения. Однако после того, как ее воздушный пузырь, который позволял ей дышать под водой, был исчерпан, она превратилась в вододышащую. Затем Матануи даровал ей возможность дышать воздухом с помощью Игники. На самой ловушке мы не будем останавливаться надолго. Как вы уже поняли, она предназначена для Карзани. Вообще не понимаю, зачем леговцы положили ее в набор. Когда я еще давным-давно впервые увидел этот сет, то даже не понял, что это за конструкция такая. У нее есть функция захвата, а также гидравлика с задней стороны. К тому же использованы красные техник-элементы и красные сокеты. И вот мы добрались до него, до Карзани. Если вы решите собрать его, просто купив отдельно детали с бриклинка, то у вас вряд ли выйдет дешевле, чем купить полный комплект, ведь Титан несет в себе кучу деталей в новом эксклюзивном для этого набора цвете. Броня Карапара тут окрашена в зеленый, маски Тоа Вакамы Хордика темно-зеленые и используются как наколенники. Ну и, наконец, перекрашенные ступни Придака, использующиеся в качестве основы для головы. Все эти детали эксклюзивные. Еще и добавим редкий плащ. Билд у Титана не то чтобы очень сложный, но интересный.
Тушка базируется на аж трех телах, двух иника и одном пирака. Из-за того, что одно из тел перевернуто, образуется широкий таз. Мне это решение определенно нравится. Шея держится на двух укороченных двойных сокетах, если их так можно назвать. Да, поворачиваться голова вправо-влево будет не очень хорошо, зато держится крепко. Сзади к телу прикреплен плащ, через него проходят две красные трубки. Спереди же броня Карапара и два небольших лезвия. Знаете, из-за вытянутой головы и вот этих дополнительных клинков Карзани напоминает мне Богомола. Сходство есть. Руки максимально простые, но стильные, благодаря тому, что роль кистей играют головы от Элика. Ну и цепи, честно говоря, выглядят эпично, что тоже идет на руку образу. И все же я бы хотел увидеть конструкцию посложнее, но имеем, что имеем, как говорится. Ноги сделаны по базовой титанической системе, бедра составные, голени простые, ступни чуть усилены и из них идет псевдогидравлика, увеличивающая объем ноги, голова. Конечно, она может показаться странной, но в рамках линейки 2007 года, то есть того, что персонаж мутировал, смотрится вполне адекватно. Дизайн у нее интересный. Я даже рад, что голова выполнена не маской, а несколькими деталями. Детализация – дело хорошее. История Карзани огромна, поэтому я предлагаю вам ознакомиться с ней самостоятельно. Соответствующие ссылки вы найдете в описании. Впихивать в ролик огромный материал – дело определенно гиблое. Поэтому поговорим сразу же про способности. Карзани был безумным и совершенно непредсказуемым социопатом. В один момент он мог быть дружелюбным и добрым, а в следующий раз впадать в убийственную ярость. Он обладал огромной силой, хотя редко использовал свою мощь, предпочитая вместо этого побеждать своих противников с помощью своих способностей Конохи. Он правил своим владением, используя страх и психологическое насилие, например, заменяя маски своим подданным Мотораном, чтобы лишить их личности. Еще у него была способность восстанавливать себя и быстро восстанавливать любые физические повреждения, которые он получил. Карзани был мутирован явным мутагеном, находясь в водах Маринуи. Его тело было радикально изменено. Конохи слилась с его лицом, и он стал чисто дышащим водой. Эти мутации были устранены благодаря использованию Матануи Конохи Игника, хотя способность дышать водой была сохранена, что сделало Карзани амфибией. Карзани носил Конохи Алиси, великую маску альтернативного будущего, которая может создавать ужасные гипотетические видения. После мутации Алиси слилась с его головой, но все еще работала. Основным оружием были две длинные цепи, которые горели сильным пламенем, достаточно горячим, чтобы гореть даже под водой. В какой-то момент после входа в яму Карзани нашел кальмаровую пусковую установку, что и показано в наборе. На этом все. Если ролик вам понравился, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые, а главное интересные видео. С вами был LEGO Style, всем удачи и пока! До скорого!